Хей-хей-хей, приветик всем, ребята, меня зовут Кент АПК. Я немножко простужен, но все равно снимаю для вас контент, поэтому, пожалуйста, поставьте лайк, потому что прямо сегодня вы увидите самые редкие ID в Stand of 2. И я скажу так, вы будете просто в шоке от этого, как был лично я, потому что это что-то нереальное. Я вам это гарантирую, поэтому ставь лайк и подписывайся на канал Кент АПК. Ну что же, а мы начинаем. MyStandOff.ru – это топовые скины, моментальные выводы, крутые бонусы. Ссылка и промокод в описании. MyStandOff.ru. И первое, самое редкое ID, это будет цифра 6 и 7 нулей. Давайте посмотрим, кого же мы найдем. Я уже знаю, кого мы найдем, но вы, наверное, не знаете. Это, ребятки, Тик-Так! Представьте себе, только я нашел аккаунт Тик-Така. Блин, ну я просто даже в это не верю. Только почему Тик-Так, а не читер? Опа-па! А вот это уже интересно. А ну-ка, ребята, как вы думаете? Напишите ваше предположение в комментарии. Я думал, что Тик-Так снимал какое-то видео, и ему надо было для превью, и поэтому он сделал себе ник-читер. Ранг у Тик-Така голд 1, вот это нуб! А, так он даже не калибровался. Ну ладно, ладно, прощаем. КД 1.22. Блин, ну КД че так себе. Блин, КД, братан, вообще какой-то донный, слушайте. Надо будет Тик-Така натренировать. Так, смотрим, ребятки, дальше. Время в игре 1200 часов. Так, слабак. У меня больше, у меня 1900 почти. А, вы видели, кстати, сверху какой-то чувак что-то писал про Тик-Така? Так, общая статистика КД 2.43. Слушайте, а вот это уже солидно. Это очень даже солидно. КД 2.43 в общей статистике? Ну просто от меня. Лови пятюню. А, да, кстати, ребятки, посмотрите, какой клан. Вот-вот, клан. Я тоже состою в этом клане, и мы с Тик-Таком вдвоем являемся основателями этого клана. Это клан Киборги. У-ху! Спасибо большое моим друзьям Ван Хикс, потому что благодаря им у меня такой крутой инвентарь. Они мне очень сильно помогли. Там хороший штаб сотрудников и самые большие цифры. Вся инфа снизу. Также вы сможете получить хорошую премию по слову Кент. Ну а теперь давайте идти дальше. Следующее наше ID — это пятерка и все нули. Давайте посмотрим на этот уникальный профиль. Как вы думаете? Gold 3. 36 левел и КД 1.18. Так сказал, как будто какой-то диагноз. Но, в принципе, все нормально. Общее время в игре 380 часов. Блин, ребята, везет же людям пятерка и все нули. Вот это я понимаю, мне бы такое. А, и посмотрите, какой необычный клан. Клан называется Gaming Community. Вот смотрите. Так, о, видно? Давайте посмотрим, а что это за клан-то такой, слушайте. Давайте посмотрим, оценим. Блин, и опять в этом клане у всех крутые ID. Помните этого парня, который хотел мне продать аккаунт? Вот, вот, смотрите, вот его аккаунт, все единички, помните? Вот этот же аккаунт мне предлагали купить, но потом парниша удалил свою страничку ВК, и я не знаю, как с ним связаться. Пацаны, посмотрите, вот, реально, обалдеть просто, посмотрите на этот клан и посмотрите, какие тут крутые ID. Я просто в шоке. Вот у парня, кстати, 1.00025 и ник сидит дома. Да, ребят, сидите дома, потому что сейчас карантин, ясно? Блин, посмотрите на эти крутые ID. Я просто в шоке. Блин, слушайте, ну за такой крутой контент вы просто обязаны поставить лайк и подписаться на канал Кент АПК. Так, ну что ж, давайте посмотрим, какое КД в обычном режиме. 3.07, вот это понимаю. Блин, процент убийств голову 50%, ну нифига себе. Тут парень, походу, жесткий киберспортсмен, и, скорее всего, он бы даже победил самого Кента ПК. Ха-ха. Ну что же, давайте смотреть дальше. Ну и следующее наше ID — это четверка и все нули. Тут на аватарке какая-то девушка лет 20, ну нифига себе. А прикиньте, если это аккаунт девушки, это женский аккаунт. Ой-ой-ой, Феникс. Вот это я понимаю, Феникс. Нормально так девушка шпилит. КД в соревновательном режиме 2.66. Так это даже КД лучше, чем у киберспортсменов. О, процент убийств голову 59%. Вы просто, ребят, представьте, насколько эта девушка жесткая. Обалдеть. Так, в общей статистике КД 6.12. Блин, просто мое почтение этой девушке. Хотя это может быть парень, но, короче, мое почтение. Просто, ребята, вы посмотрите на это КД. Это КД киберспортсменки. Обалдеть, блин, очень крутое КД. И, походу, девушка реально проигрок. Так, а что это у нее за клан? И смотрите, клан баб, бабский клан, посмотрите. Там две бабы на аватарке. Обалдеть. Я просто в шоке, блин. Прикольно. Ну и по аналогии, следующий ID — это 3 и все нули.
Погнали посмотрим, кто же этот молодой человек. И опять Феникс Членикс, блин. И клан какой-то Excellent Gaming, подождите. По всей видимости, это киберспортивный клан и это киберспортсмен. Хотя не, у него КД 1.08, какой киберспортсмен? Максимум киберкотлета. Не, подождите, народ, кто знает, что это за клан? Это клан киберспортсменов или как? Потому что я смотрю, общее время в игре 800 часов, это довольно-таки много. Так, КД в обычной игре 2.33. Не, вполне вероятно, что это клан каких-то начинающих киберспортсменов. Процент без голу 50.9%. Блин, ну это очень хорошо. Так, любимое оружие. АКР, МК и АВМ. Ну вот прям типичный набор киберкотлеты. Ну вот любой киберспортсмен играет с этими оружиями. Слушайте, мне прям очень интересно, а что это за клан? Давайте посмотрим. А, он один в этом клане. Блин. Ну и следующий наш ID — это двойка и все нули. Ник Кроникс и очень знакомая аватарка. Ребят, я не знаю, я где-то видел эту аватарку. Это не мой подписчик случаем. Чё-то капец как знакомо. Давайте посмотрим на профиль. Я вам отвечаю, вот прям как капец как знакомая аватарка. Хотя это новый созданный аккаунт. Вполне вероятно, что это просто мой подписчик. Потому что я, кажись, с ним играл. Я отвечаю, очень знакомая аватарка. Блин, я в шоке. КД в соревновательном режиме 0-0, потому что парень просто не калибровался. В общей статистике 0.76 и общее время в игре 91 часов. Братанчик, если это мой подписчик, помоги кенту, подари PGID, ну или продай, только по адекватной цене, не надо миллиард ставить, как мне все в ВК написали после видео, не миллиард, не миллион, по адекватной цене, напиши мне в ВК. Ну а вот это ID, это, ребятки, ID разработчика. Я про него уже вам рассказывал в прошлых видео. Короче, на этом все. Обязательно поставьте лайк, подпишитесь на мой канал и напишите любой хороший комментарий. С вами был ваш Кент АПК, Кент Аптека, Кент ОПК. Всем удачи и всем пока.